Вот я даже... Вот, ну. Трудно догадаться, что в этой красивой, статной девушке когда-то... Да. Вот мы вспоминаем и вот так вот перед глазами видим маленького гусенка, который когда-то впервые делал первые шажки на этой сцене. А теперь это лауреат областного конкурса «Юные голоса Поморья» Анастасия Подолян. И сегодня мы с тобой так о талантах-то заговорили, все серьезные какие-то. Да, перепилька, ну с песней-то ведь не только дети наши росли, душа расцветала. Вот, и душа растет от песни-то. Вот, конечно, пойдем, встречайте. Приговаривали, чеботаны приколачивали, покуна вокруг.